С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Антон, расскажите, что вас привело на эту выставку и пару слов о роде вашей деятельности. Всем добрый день, меня зовут Батов Антон, я из компании DSSL. Мы занимаемся системами видеонаблюдения. На выставку пришли для того, чтобы пообщаться с нашими существующими клиентами, найти новые контакты, ну и, соответственно, презентовать нашу систему. Мы занимаемся, как я уже сказал, системами видеонаблюдения. Все про видеоаналитику, про нейросетевые технологии и так далее. На сегодняшний день, можно сказать, что мы одни из лидеров в этом направлении. Ну и, соответственно, первый раз присутствуем на такой выставке, как раз смотрим отзыв клиентов о наших системах. Про выставку могу сказать, что я на ней первый раз, я сам из Питера. Здесь есть те клиенты, ради которых я сюда приехал, да, например, компания «Лента», вот, торговый дом «Гринвич» из Екатеринбурга. Вот, в принципе, пока день только начался, но общение уже идет достаточно плотное, поэтому пока что все хорошо. Спасибо за ваш ответ. С вами retail.ru. Не переключайтесь.